Всем здоровья. Сегодня 2 января 2017 года. Поздравляю вас с Новым годом, уже с наступившим. И сегодня я посеял семена дерезы два вида, или как еще ее называют, это ягоды годжи. Почему сегодня, вроде бы, в январе никто не сеет летние кустарники? Но ждать мне просто уже не хотелось. А с начала года у нас луна начала расти и сеет лучше на растущей луне. Поэтому я сегодня, сегодня второй день лунный лунного роста Поэтому я сегодня и посеял. Значит, два вида у меня оказалось. Это вот фирмы Гавриш. Китайская береза. Но почему-то в нем было всего две семечки в этом пакетике. И я вот по одной семечке здесь вот посадил. Их не видно, я их чуть-чуть присыпал. Ну, садил не глубоко, совсем не глубоко. Нисколько, просто чуть-чуть пальчиком придавил и все. А вот э, во втором пакетике фирма Элита, так вот она у нас, значит, это дереза обыкновенная, вроде бы красный алмаз сорт называется. Так, здесь было очень много семян, и я вот 10 пикировочных баночек посадил, ну, в каждую получилось штук по 5 по 10 примерно. Вот. Скорость у ягоды Гаджи Годжи не очень хорошая по, по отзывам других ботаников. Поэтому ничего сейчас сказать вам не смогу.